Делегация Solar Group в рамках рабочей поездки в Китай посетила автомобильный завод BAF. Здесь уже интересуются применением технологии «Славянка». На предприятии побывали в том числе генеральный директор Сергей Семенов и руководитель направления рекламы и связи с общественностью Павел Филиппов, а также директор производственной кооперации «Ресурс» Андрей Лобов. Делегацию сопровождал руководитель компании ICPP Weihai и партнер «Совелмаш» Виктор Аристов. BAF – это одно из старейших и самых крупных автопредприятий Поднебесной, на котором долгое время выпускались советские модели под китайскими марками. Несколько лет назад в городе Циндао завод создал современную автоматизированную линию для выпуска электрических машин. Руководство завода и партийные лидеры провинции Шаньдун заинтересовались в применении технологии «Славянка» на предприятии и начали сотрудничать с Виктором Аристовым. В частности, уже обсуждалась возможность выпускать грузовики с двигателями на «Славянке». Предварительные испытания мотора были проведены еще зимой. Экскурсию для гостей из России провел вице-президент предприятия. Гости увидели производственные мощности и посетили музей завода. На всех без исключения произвели впечатление безлюдные цеха, где автомобили производят роботы. Также гости осмотрели те электрогрузовики, на которых планируется установить двигатели на «Славянке». Так, то есть можно прямо вот сейчас осваивать рынок и уже завоевывать рынок вот на этом автомобиле и с нашими моторами, я так думаю, с 95-м, и вот тот, что ты присылал себе, Кивалы, то есть тестовый. Круто, круто. Спасибо, Виктор, очень было приятно побывать на этом заводе и протестить именно вот эту машину. Я давно хотел посмотреть. Очень здорово. Главный итог визита на завод. Технология совмещенных обмоток «Славянка» уже сегодня начинает свой путь на передовых предприятиях Китая. Для компании «Совелмаш» это знак того, что и сами двигатели, и услуги по КТБ будут востребованы на крупнейшем рынке мира.